Всем привет! Это финал проекта «Урок чтения» чемпионата по чтению вслух среди учащихся от 10 до 13 лет. Естественное такое продолжение проектов «Страница» для старшеклассников и «Открой рот» для взрослых, теперь для школьников 10-13 лет. Все здесь участники, по крайней мере, совершенно точно знают, что делать, за исключением тех двух, которые попали сюда, победив в офлайновой версии еще до карантина. И давайте сейчас сначала со всеми познакомимся, потом немножко о правилах, а потом в бой. Итак, я приветствую чемпионку Владимира, первую чемпионку города Владимира, Марьяну Илларионову. Марьяна, скажи что-нибудь. Здрасте. Привет, привет. Ульяна Завьялова из Иваново. Всем привет. Отлично. Вика Червоная, Новосибирск. Всем привет. Артем Панфилов, Нижний Новгород. Здравствуйте. Тимофей Лытаев из города Саратов. Здравствуйте. Полина Макерова, Москва. Здравствуйте. И еще два москвича, как раз те, которые побеждали в офлайне. Это Матвей Бабич. Здравствуйте. И Андрей Шишко. Здравствуйте. Для Андрея и Матвея информация. Текст будет приходить в чат Зума. Его оттуда нужно будет читать. А жюри будет оценивать технику и артистизм выступающих по шестибалльной шкале. Техника – это чтобы правильно ставили ударение, а артистизм – это чтобы, не знаю, чтобы понимали о том, что написано в тех текстах, которые им сегодня достанутся. А тексты сегодня будут достаточно хорошие. Тексты издательство партнера нашего проекта, книга издательства «Самокат», и поэзия, и проза в первых двух предварительных раундах будут книжки «Самоката», а «Самокат» в жюри представляет Анна Косняковская. Аня? Всем привет. Все, да, вижу Аню, все хорошо. Организатора чемпионата Межрегиональную федерацию чтения представляет Наталья Лопатина. Наталья Сергеевна, отзовись. Здравствуйте. Всем удачи. Хорошо. И писательскую общественность представляет писательница Анастасия Строкина. Настя, ты где? Всем привет. Всем привет. Не вижу. Вижу Настю. Все хорошо. Все на месте. Сейчас начнем. Будет два раунда. Первый раунд – проза, второй раунд – поэзия. И, собственно, по сумме результатов двух раундов мы определим тех трех, кто выйдут в финальный раунд. Ну, а в финальном раунде, соответственно, уже определится первый чемпион проекта «Урок чтения», который войдет в историю как первый чемпион. Ну, теперь очень быстро короткая жеребьевка. Мы используем генератор случайных чисел для этого в онлайнах наших всех. И, собственно, генератор мне сейчас сгенерировал участника под номером 7, что, ну, в общем, как ни странно, это первый чемпион урока чтения, первый победитель самого первого урока, который был в ноябре 2019 года, Матвей Бабич. Матвей, привет! Здравствуйте, всем привет. Да, смотри, где там у тебя чат. Да, чат, да. Видишь, все хорошо, все понятно. Сейчас тебе придет текст, автор, название, и поехали. Итак, Матвей Бабич, начали. Эн файн, как курица лапы. Я зарычал. Повисла секундная пауза. Мистрис взглянул на часы. Видать, какой-то уголок ее мозга не успел превратиться в перегоной от чая, выпитого в учительской, ибо мисс Тейт вдруг осенила светлой мыслью. Лучше я пойду
и поговорю с вами отдельно. Я проглотила еще один стол, но две ноги и нет, мозгов рядом со мной. Чуть не запрыгала от радости. Она подойдет к нам. Примерно с таким же выражением мы с вами сказали бы. Бесплатное кино пожизненно. Я покрутил пальцем у виска, давая понять, что считаю его курицей безголовой. Но тут на мою парту упала тень мисс Тейт, окруженная облаком моли. Стояла перед нами и улыбалась изо всех человеческих сил. Ну, так что вы надумали, мальчики? Спасибо! Оценки Матвею. Наташа, давай с тебя начнем, чтобы все остальные члены жюри поняли, как это делается. Техника и артистизм. 4-5. Настя. Настя. Так, слышно? 5-4. 5-4. Аня. 5-5. Андрей Шишко, город Москва. Следующий участник. Андрей, привет. Заходи. Нина Дашевская, Ирка. Пашка ушел. Он учится в далекой лунной школе и убегает раньше. Я стою у окна и смотрю на небо. Ирка, опять застыла. Да что же это? Опоздаешь, переживает мама. Я все успеваю, говорю я. А постель? А на столе завалы? Что за привычка просто так стоять? Откуда ты время берешь? Бутерброд сделала себе? Опять будешь голодной весь день? Все, все, включается свет, да и небо уже не такое, обычный серый рассвет. Куда девается этот синий, интересно? Как объяснить, что иногда есть вещи поважнее бутерброда? Ладно, говорит папа, на небо тоже смотреть иногда полезно. Все лучше, чем в телефоне сидеть. Спасибо, спасибо. Оценки, пожалуйста, Настя. Настя, ау. Настя, звук включи. Вот, 4-4. 4-4, Аня. 5-4. Наташа. 5-6. 5-6. Марьяна Илларионова. Надежда Беленькая, девочки-колдуньи. С видом заговорщицы Слава уселась на край Светкиного диванчика, на котором выросшая Светка уже едва умещалась, так что ноги упирались в спинку. «Смотри, что я тебе принесла!» — вкрадчиво заговорила Слава. «Ты же любишь всякие книжки?» «Не всякие, а умные!» — возвращалась Света. «Так это и есть умная книга! Куда умнее?» Чего тут только нет. Вот, как стать ведьмой в домашних условиях. И как же, сонным голосом поинтересовалась Светка. Смотрим оглавление. Талисманы, обереги и прочие предметы. Свечи и свечная магия. Магия зеркал. О, как раз по твоей части. Опять ты за свое вздохнула Светка. Ну, книжку взяла. Обложка показалась ей знакомой. Испуганная девица в ярком макияже и платье, усыпанном стразами, стояла на лесной опушке, вонзив в землю сверкающий меч. Над ее головой висела луна. Спасибо! Оценки, пожалуйста. Аня. 4-6. 4-6. Наталья? 4-6. 4-6. Настя? Я присоединюсь. 4-6. Так, не списывать друг у друга. Ульяна Завьялова, город Иваново. Так. Жан-Клод Мурлёва. Река, текущая вспять. В моем распоряжении было все красное кожное сиденье. Очень удобное. Я закуталась в свое одеяло и, убаюканная нервным покачиванием дилижанса, почти сразу уснула. И вот тогда произошла какая-то странность.
Мне стало сниться, что лошадей уже не две, а четыре, и они мчатся во весь опор. Они сметали перед собой ночь, неудержимо пожирая дорогу. Переносились одним прыжком через мосты и броды. И гривы их развивались по ветру. Шерсть у них блестела от пота. От взмыленных боков валил пар. Дилижанс едва касался земли. Старик-кучер правил стоя, щелкая кнутом и понукая лошадей. Ях! Ях! Я проснулась, все еще очумела, и высунулась в окошко. Было свежо. Теперь совсем стемнело. Лошади, которые ночью хорошо видят, шли ровной рысью. Спасибо! Спасибо! Наташа! 5-6. 5-6. Настя! Сложный был отрывок. 5. А высшая оценка какая? 6. 5-6, да. 5-6. Аня? 5-5. 5-5. Вика Червоная. Елена Соковенева. Приключения П. Осникова, который хотел как лучше. Из пункта А в пункт Б выехал велосипедист. Классно ему, школу не надо, можно на велике рассекать. А чего это ему никуда не надо? Каникулы, что ли? Или из школы уже пришел? Ему навстречу едет мотоциклист. И совсем не обязательно. Мотоциклист едет навстречу велосипеду. На велосипеде, потому что можно где хочешь ехать. А на мотоцикле только по дороге. А классно было бы, если бы мне купили мотоцикл. Как поедешь? Супер. Надо будет. Кстати, отца попросить, чтобы веять из гаража достал. Ну и что, что грязь на улице? Многие видят. Сам видел. Их, звонок. Всего в контрольной 5 задач, а у меня только 2 решены. Плохо как, а? Да все равно. Уже Маша замечание написала. Спасибо. Оценки, пожалуйста, Настя. 4-5. 4-5, Аня. 4-5. Еще раз. Первый. 4-5. 4-5. Наташа. 4-4. 4-4. Артем Панфилов, Нижний Новгород. Дарья Вардельбург, Никит пишет мой. Никит лежал под одеялом в одежде. Дома он всегда спал без одежды, даже без пижамы, потому что так свободнее. Но здесь у бабушки он не смог заставить себя раздеться, так и залез в кровать, в штанах и в майке. Только сандалии снял. Рядом с кроватью стояла 3-литровая банка с мышонком. Никита положил в банку пару своих носков, чтобы мышонку было чем укрыться. Насыпал немного овсянки и поставил синюю крышечку с водой. Конечно, он не стал закрывать банку крышкой, чтобы у мышонка был воздух. Бабушка села на пол возле банки с мышонкой, подогнув ноги по-турецки, стала читать вслух книжку, которую Никита привез с собой из города. Спасибо! Оценки, пожалуйста, Аня. 6-5. 6-5, Наташа. 6-5 или 5-5? Ань, первая оценка какая была? Правильно, 6-5. 6-5. Наташа? 5-5. Настя? 5-5. Вытягивать приходится уже оценки из жюри. Просто какой-то ужас. Тимофей Лутаев, город Саратов. Да. Гидеон Самсон, Зет. Слезы отменили в 4-ю среду октября. Возмутительно, если послушать маму. Она голосовала против. Но ничего не поделаешь. Воля большинства – закон. А мне что так, что эдак, заявил папа вечером, когда мы сели ужинать. Я и раньше-то не плакал. И поэтому их высочество решили, что голосовать не обязательно. Мама, похоже, рассердилась всерьез. Вот из-за таких, как ты, все недоумки и навязывают нам свои правила. Неужели не ясно?
Папа высказал предположение, что мама и сама недалеко ушла от всяких недоумков. И родители тут же принялись орать друг на друга прямо через стол. «Сухарь!» – кричала мама. «Истеричка!» – отзывался папа. «Спасибо! Оценки, пожалуйста! Наташа!» 5-6. 5-6. Настя? 5-6 однозначно. 5-6 однозначно. И Аня? Присоединяюсь. 5-6. Опять списывают. И Полина Макирова завершает первый раунд у нас. Полина, прошу. Ася Кравченко. Лучше лети. Итак. На маму с папой рассчитывать пока не приходилось. Я решил поговорить с Егором. Егор – это мозг. А я тоже мозг. Правда, мама говорит, что у нас нет мозгов. «Мне нужны деньги», – сказал я. «Не вопрос», – ответил Егор. «Я вам не мешаю?» – поинтересовалась Мария Давыдовна. «Потому что шел урок». Мы замолчали. Подождали, пока она уйдет на другой конец класса. «Много денег», — сообщил я. «Понял», — ответил Егор. «Соловьев, пересядь к окну!» Егора теперь не пересаживают. В коляске это сложно. В общем, мы ничего не успели решить. Поэтому пришлось налаживать телеграф. Катушка у меня была, и мы натянули нитку между рядами. Егор привязывал записку, и мы начали вертеть. «Сегодня на бензоколонке около третьего дома в 3:15». «Что это такое?» – прогремело сверху. Я ответил. «Телеграф». Спасибо. Оценки, пожалуйста. Настя? 6-6. 6-6. Аня? 6-6. 6-6. И Наталья? 5-5. 5-5. Итак, первый раунд закончился. Очень, конечно, странно, что, например, представительница издательства «Самокат» не знает, где ударение в фамилии собственных авторов. Аня, как так получилось? Это я сейчас даю слово, это я сейчас даю слово жюри. У нас между раундами слово жюри. Да, если вы про последний отрывок, да, это действительно Ася Кравченко. Но... Мне кажется, тут практически все фамилии я уже взяла на заметку, они все были произнесены неправильно, и я подумала, что не стоит акцентировать на это внимание, потому что у нас Жан-Клод Мурлева, и что-то еще было несколько фамилий неправильно произнесенных. Ну, Мурлева это немножко посложнее, чем Кравченко, мне кажется. Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Настя, а твое мнение как? Как вообще тебе ребята, как вообще тебе процесс? Мне очень понравилось, я хочу стихи послушать, если будет такая возможность. Сейчас будут стихи, будет такая возможность. Будут и стихи, будет и все остальное. Наташа, ты начальственной рукой подведи, пожалуйста, итог. Я уже предчувствую, как будет сложно выбирать победителя, потому что очень все сильные участники, что неудивительно, конечно, я предубедил у себя. Ну, в общем... В чате, но не завидую я нам жюри. В чате трансляции ВКонтакте уже есть мнение, что судей пора на мыло. Вот возмущены некоторые, значит, зрители вашим судейством. Поэтому старайтесь лучше. Это я в отношении членов жюри. Ну, а в отношении участников я хочу сказать, мне на самом деле понравились абсолютно все. Вы каждый по-своему хорош. И, в общем, на самом деле выбирать будет сложно, но в первом раунде есть победитель. И с победителя мы и начнем. 34 балла набрала Полина Макерова. Полина, тебе стихотворение. Итак, Полина начинает стихотворный раунд. Вперед! Эдуард Шендерович. Как сражаются мушкетеры. Простите, месье, разрешите, месье. Я дырку проткну и в вашем нижнем белье, и в вашем жилете, и в этом ремне. Месье, он ужасно не нравится мне. Два шага назад и два шага вперед. Поклон и наклон, разворот, поворот.
Месье, защищаетесь? Не дружите, месье. Месье, не подумайте, я вас не съем. Но шпагой своей я обязан проткнуть, как минимум, вашу грудь. Спасибо. Оценки, пожалуйста, Наташа. 6-5. Настя. 6-5. Аня. 6-6. Ну что ж, 67 баллов набирает у нас Полина Макерова. 67 баллов, это означает, что она сейчас, по крайней мере, сейчас и вполне возможно надолго занимает первое место. 68 баллов для первого места это, ну, почти проходной балл. Финал, но надо учесть, что та же Полина набирала у себя в отборочном этапе, по-моему, 70, если мне не изменяет память. Хотя я могу ошибаться. И сейчас я как раз и посмотрю. Нет, Полина набрала 66, а 70 набрала Настя Мясникова, которая в итоге Полине проиграла в отборочном этапе. Ну, а сейчас в погоню за лидером. И первой в погоню отправляется Вика Червоная, город Новосибирск. Татьяна Сталова, птица киви. Птица киви не летает, киви только лишь мечтает, что однажды ей случится вдруг на небе очутиться и по синим, по полям бегать в гости к журавлям. Страус тоже не летает, страус только лишь мечтает, что однажды разбежится и на небе очутиться, в белом замке станет жить и с орлами там дружить. Страус в киви не летает, страус в киви лишь мечтает. Вот исполнится мечта, покорится высота, и тогда в одном порыве птица страус с птицей киви будут по небу кружить и со всеми там дружить. Спасибо. Настя? 5-5. 5-5. Аня? 5-5. Наташа? Вы сейчас скажете, что я списываю, конечно, но 5-5. 5-5, конечно, списываешь. 56 баллов у Вики Червоной. Андрей Шишко. Михаил Яснов. Ну и пусть. Улетели к югу сталь. Дождь, да ветра шум. Фрукты старенькими стали. Здравствуй, дедушка Изюм. Все в морщинках, сливы, груши, стал урюком абрикос. Их на полке обнаружив, я расстроился до слез. Свет вечер не обогрел, тишь в буфете и уют. Весь как в доме престарелых, все они теперь живут. Вкусно пахнет, ну и пусть, без компота обойдут. Спасибо. Аня? Мне кажется, это 6-6. 6-6, мне тоже. Наталья? 6-6. Настя. Я присоединилась. Списывание продолжается. Да не списывание, это объективно. Так. Это объективно. 100% баллов набирает Андрей Шишко. 64 в сумме. Сразу же на второе место. Но посмотрим, хватит ли этого, чтобы попасть в финальную тройку. Матвей Бабич. Игорь Шевчук, Петя и Василий. Жили-были друга два, Петя и Василий. Все им было, трынь, трава, путь любой по силе. Но настиг ужасный гул, их в пустыне пыльной. Петя здорово струхнул, а Василий сильно. Дальше ветер вдруг задул, аж мороз по коже. Петя крикнул: «Караул!», а Василий тоже. Их накрыло целиком, жуткой пыли толще. Петя тихо полз ползком, а Василий молча. Наконец утих тот вой, и из пылесоса Петя криво полз домой, а Василий косо. Да, ребята, я забыл вам сказать похоже. Петя тараканом был, и Василий тоже. Спасибо. Страшное стихотворение. Наташа. 5-6. 5-6. Настя. Я 5-5 поставлю. 5-5. Перестали списывать. Аня. 6-6. 6-6. Аня самый добрый член жюри. 61 балл
у Матвея Бабича. Третье место на данную секунду. Но еще 4 человека у нас могут вмешаться. Марьяна Илларионова. Евгений Клюев, если хочешь быть великим, подружись с зеленым луком. Каждый деятель наук в детстве зеленый лук. Взять хотя бы Архимеда, это деятель наук. Или, скажем, Гиппократа, тоже деятель наук. Что один из них громада, что другой из них громада. В чем секрет? Да нет секрета. Оба в детстве ели лук. В нем начало всех дипломов и наград. Русский гений на соломов ел отнюдь не виноград. Если бы он жил на даче, где росла одна хурма, то ему на все задачи не хватило бы ума. Если бы он жил в теплице, ел бы дыню и лимон, то с обозом до столицы вряд ли бы добрался он. Спросит, кто твой лучший друг? Отвечай, зеленый лук. Спасибо! Я тоже люблю зеленый лук. Настя. 4-6. 4-6. Анна. 5-6. 5-6. Наташа. 5-6. 5-6. И 62 балла. Марьяна сейчас третья. Артем Панфилов. Артур Геворгизов, выдающийся покупатель. Андрей – выдающийся покупатель. Он может потратить за 30 минут все мамины деньги и папины деньги. Андрей – выдающийся, если дадут. Железный короб – тут 2000 пачек. А в пачке 100 тысяч умножим на 2, я даже не знаю. 100 тысяч на 2000, у меня калькулятора нет под рукой. Андрей – выдающийся, если не денег. Он смог бы и больше, но мама – не дам! Андрей терпеливо, без лишних волнений. Ну, мама. Спасибо. Аня. Хочу поставить 6-6. 6-6. Хочу поставить, а что поставишь? Давайте, 6-6. Наташа. 5-6. 5-6. Заминочка. Ну, ладно, хорошо. Настя. 5-6, но я заслушалась. Правда. Заслушалась. 65 тем временем, и Артем выходит на второе место. У меня хорошие новости для Полины Макировой. Она совершенно точно в финале. Со всеми остальными ничего пока не ясно. На втором месте Артем Панфилов, на третьем Андрей Шишко. И осталось еще два участника. Ульяна Завьялова. Иванова. Алексей Зайцев. Сдал. Я сдал тетрадку на проверку. Не ту. Трагедия, провал. Я в ней писал стихи. Проверку. Я Верку в ней нарисовал. Как ей теперь смотреть в глаза-то? Я завтра в школу не пойду. Меня не ждите послезавтра. Не ждите послезавтра. И послезавтра. Приду в 3000 году. Спасибо. Оценки вас, Наташа. 5-5. 5-5. Настя? 6-5. 6-5. Аня? 5-6. 5-6. 64 балла у Ульяны Завьяловой. И сейчас не лишне напомнить о правиле, которое используется как бы во взрослых соревнованиях, то здесь мы будем его использовать тоже. Если третье и четвертое место наберут одинаковое количество баллов, то в финал пройдет тот участник, который набрал больше баллов во втором раунде. Но еще нужно послушать Тимофея Лытаева. Тимофей, прошу. Александр Тимофеевский. Плохие слова. Однажды сказала отцу королю прелестная крошка-принцесса. Плохие слова говорить я люблю. Послушай-ка для интереса. И крикнула страшное «Трам-там-тарам!», а после ужасное «Пам-пам-пам-пам!», и папочка сверзался с трона. А с мамы слетела корона, и пишет король королевский указ. С гербовой печатью на бланке
За эти два слова, принцесса, я вас отправлю на вечную служанке. Какое несчастье, какая беда! Служанка теперь никогда, никогда не вымолвит слова плохого. Но поздно, никто ей не в силах помочь. Не сможет уже королевская дочь принцессу сделаться снова. Спасибо, я сейчас... Ладно, я пока промолчу, пока дождусь оценок, потому что мне очень интересно, что сейчас поставят Тимофею за технику. Я вот прям даже нарочно открыл текст, чтобы посмотреть на него. Наташа вот знает, куда я пошел смотреть, мне кажется. Настя! Я колеблюсь, честно сказать. Колеблюсь? Это как? Так вот, не уверена. Ну и? Вторая оценка 5, а вот первая либо 4, либо 5. Ну, пусть будет 5, ладно. 5, хорошо. Аня? 5-5. Наталья Сергеевна, ну ты знаешь, на что я обратил внимание, да? Я жду твоих оценок. Наташа? Все равно 5-5. И все равно 5-5. Несмотря на подвиг с печатью, да? Ну, ладно. Но в любом случае, можно зафиксировать. Впервые, пожалуй, в... В проекте «Урок чтения» мы получили человека, который правильно поймал неправильное ударение. Печать-то гербовая, но стихотворению Тимофеевского она гербовая. И Тимофей, как бы то ни было, набирает 63 балла и не попадает в финальную тройку. А что у нас с финальной тройкой? Первое место однозначно Полина Макерова, 68. Второе место однозначно Артем Панфилов, 65. А вот третье место, 64 балла у Ульяны Завьяловой и 64 балла у Андрея Шишко. Но я говорил уже про правило, которое гласит, что если у участников равное количество баллов, то в финал проходит тот, у кого больше баллов во втором раунде. А во втором раунде Андрей Шишко набрал максимальное возможное количество баллов 36 и тем самым открыл себе дорогу в финал. Между прочим, с предпоследнего места в первом раунде. Итак, финальная тройка. Полина Макерова, Артем Панфилов, Андрей Шишко. И у меня новое правило для жюри. Жюри, внимание, слушайте, не говорите потом, что не слышали. Система оценок становится трехбальной. Не нужно оценивать технику и артистизм. Нужно просто оценивать общее впечатление. Три стихотворения сейчас прочтут три финалиста, потом вы будете ставить оценки. И самое главное, одну оценку можно поставить только один раз. Нельзя всем поставить три тройки, нельзя всем поставить три двойки, нельзя всем поставить три единицы, потому что иначе мы не сможем определить победителя. Итак, три стихотворения, которые почти что взрослые на самом деле выбраны нами для сегодняшнего финала, стихи из прошлого века. Начинает Полина Макерова. Александр Блок. Закат горел... Можно еще раз? Да. Александр Блок. Закат горел в последний раз. Светило дня спустилось в тучи. И их края в прощальный час горели пламенем могучим. А там, в неведомой дали, где небо мрачно и зловеще, немые грозы с вихрем шли, блестя порой звеницы вещи. Земля немела и ждала, прошло глухое рокотанье, и по деревьям понесла гроза невольное дрожанье. Казалось, мир — добыча гроз, звеницы вскрылись огневые, и ветер ночи к нам донес впервые слезы грозовые. Спасибо.
Артем Панфилов. Валерий Брюсов. Цветики убогие северной весны. Бейте в кротости мирной тишины. Ландыш клюнул женщин крупных белых слез. Синий колокольчик спит на березке. Белая фиалка высится стройна. Белая ромашка в зелень везла. Здесь Иван да Мария, одуванчик там. Желтенькие звезды скинули по лугам. Изредка меж листьев аленький намек, словно мог бессветный и мартель цветов. Белый, желтый, синий, в зелени полян, скромный венчик небом обделенных стран. Спасибо. И Андрей Шишко. Сергей Есенин. Вот уж осень улетела, и примчалась зима. Как на крыльях прилетела, невидима вдруг она. Вот морозы затрещали, исковали все трубы, и мальчишки закричали ей «Спасибо за трубы!» Вот Вот появились узоры на стеклах длинной красоты. Все устремили свои взоры, глядя на это. С высоты снег падает, мелькает, вьется, ложится белой пеленой. Вот солнце в облаках мигает, и иней на снегу сверкает. Спасибо! Ну что ж, надо сказать, что все достойно справились с этим сложным раундом. У всех были ошибки, но это все-таки взрослые стихи. И поэтому сейчас я не завидую жюри, которым придется выбирать. Да, один ошибся в ударении. Страшная ошибка в ударении фамилии автора. Другой участник не сразу въехал вообще в то, что читает. А третий не понял, где в стихотворении меняется ритм. И это тоже была такая засада. Подстава, как говорят у нас. Ну, теперь давайте определим победителя. Наташ, скажи, пожалуйста, кому ты поставишь тройку? Почему мне самый сложный вопрос? Ну хорошо, ладно, по блату тебе меняю вопрос. Кому ты поставишь двойку? А, в общем, да нет, без разницы, я могу про тройку ответить. Скажи. Уже поздно, давай про двойку теперь. Про двойку? Двойку по линии. Двойку по линии, хорошо. Настя, а что ты поставишь Артему Панфилову? Это который Брюсов, да? Ну да. Ну вы знаете, я бы все равно поставила три, потому что стихотворение было, мне кажется, попало в тональность вот, по звучанию. То есть простим за Брюсова. Ну, я попросила, потому что еще все-таки, ну, еще узнает. Еще узнает. Хорошо. Хороший подход, он мне нравится. Аня, что поставите? Нет, ладно. Сейчас Аня, как представителю любимого издательства, самый сложный вопрос. Кому поставите кол? За что? Ну, я так, я любя, ничего не переживай. Ой, я не знаю, так сложно. Сложно, но придется. Хотела всем поставить. Но нельзя. Ой, ну, наверное, я бы тогда 1 балл по линии. 1 балл по линии. Ну что ж, без оценок остается Андрей Шишко до сих пор. Наташа, что Андрею? Я сразу говорю, что мы же оцениваем общее впечатление, да, правильно? Да. И поэтому, и учитывая, ну, то есть да, он не поймал, появились, но поймал зато, допустим.
Поэтому я ставлю ему тройку. Тройку? Там и не было появились. Там было появились узоры. Там просто ритм сменился. Тройка у Андрея. Хорошо. Настя. Я еще не задал вопрос. Подожди, что ты там пытаешься ответить? Да, подожди. Сейчас я тебя спрошу что-нибудь. Я тебя сейчас спрошу, знаешь что? А что ты поставишь Полине, кстати? Вот мне кажется, незаслуженно занизили ей две твоих коллеги оценки. Мне кажется, Полина, ну не знаю, нет, я не буду давить на жюри. Нет, не буду. Все. Настя. Я Полине, я бы двоечку поставила. Двоечку. Красивую, пузатую. Красивую, пузатую двоечку. Все зависит от Анны Косняковской. Абсолютно все. Бывает такое, что когда перед последним голосованием у членов жюри, ну от третьего члена жюри вообще ничего не зависит, и он просто ставит оценки, а не знает, что победитель уже ясен. В данной ситуации я открою великую тайну. Нифига подобного. Аня, у тебя есть тройка и двойка. И вот от того, как ты распределишь между Артемом и Андреем эти две оценки, зависит то, кто сегодня победит. По 2,5 балла нельзя? Нельзя. Ну, можно книжку порвать, как бы, да, и одну половину книжки отдать одному, другую другому. Ну, что попало вообще? Ну, это так сложно. Мне на самом деле оба юноши очень понравилось, как читали, несмотря на ошибки. Наверное, все-таки тройку я присужу Артему, потому что ну, у него манера чтения понравилась. Она была очень такая личная. Нежно так, да? Да. Ну да, есть такое дело, и я объявляю победителя сегодняшнего первого в истории финала урока чтения, первого маленького такого финала. Знаете, в свое время, когда проходил финал страницы 15 на Красной площади, там было, по-моему, 7 регионов. И тогда еще никто толком не представлял, во что это выльется, в там какие-то кошмарные мероприятия за границей там и все вот это. И сейчас тут тоже, в общем, 6 регионов. И 6 регионов, и побеждает Артем Панфилов. 7 баллов у Артема, 6 у Андрея. Отличный результат, Андрей. Не вздумай расстраиваться. Подпрыгнуть с предпоследнего места в финал. Это дорогого стоит. И Полина Макерова. Я говорил про те самые 43%, когда человек выигрывает предварительные раунды. Есть 43% вероятность, что он проиграет в финале. Полина, мне кажется, они тебя засудили. Но я ничего не могу с ними, с тремя, с этими женщинами сделать. Не вздумай расстраиваться. Ты молодец, ты прекрасно выиграла на предварительном этапе. Это было отлично. Ты очаровала сегодня меня лично с самого начала. Это было прекрасно и здорово. Я хочу огромное спасибо сказать всем остальным участникам. А сейчас я прекращаю дозволенные речи и даю слово жюри, а потом слово чемпиону. Итак, Наташа, что скажешь? Я еще раз хочу сказать, что очень круто, вы вообще все очень-очень классные, и мне все больше нравится эта часть наших всех чемпионатов, потому что, оказывается, дети этого возраста гораздо круче, чем подростки точно, ну и почти так же крутые, как взрослые. Вот, поэтому спасибо вам огромное, вообще очень классные, вырастайте и потом участвуйте в остальных наших проектах. Спасибо, Настя! Мне все очень понравились. Хочу сказать Полине, чтобы не расстраивалась ни в коем случае. Мне кажется, Полина вообще какие-то артистические прям задатки. Я даже актрисой, может быть. Слышь, ну а Марьяна тебе как? Марьяна же это просто one love вообще. Просто какой-то комок эмоций. Это же бомба практически. Очень интересно, что дальше будет, потому что я уверена, что кто-то, может быть, и пойдет по этой стезе, да, по чтению на сцене. Я тебе открою великую тайну: среди подростков и среди победителей суперфинала никто туда не пошел. Мы вообще говоря про другое. Мы не про артистическую карьеру, а про то, чтобы книжки читали. Вот. И вот я думаю, что, знаете, что...
Да, и значит, что самокат меня поддержит. Ань, что скажешь ты? Я хочу сказать, что, если честно, я первый раз в жизни была в жюри, поэтому я хочу попросить прощения у всех, кому я, может быть, незаслуженно поставила слишком низкий или, может быть, слишком высокий балл, потому что была бы моя воля, я бы ставила всем высокие оценки, потому что для меня, как для представителя издательства, это просто какой-то... именины сердца какие-то, то, что вы читаете книги и звучат стихи и прозы Самоката, и было очень приятно и интересно поучаствовать. Вот. И, честно говоря, мне кажется, что хочется отметить всех участников. Вот жалко, что я не видела Вику, не было ее видно, но и Тимофей прекрасно выступил, и Полина, первые два этапа тоже были прекрасные. Третий мне просто, может быть, чуть-чуть... показалось, что не было переключения такого на взрослую поэзию, но это действительно сложная тема, сложные стихи, и, может быть, просто я слишком... Есть у нас такая поговорка: «Никто и не говорил, что будет легко». Это относится не только к участникам, это относится и к членам жюри, потому что на самом деле судить это очень сложно, я периодически сам это делаю, и меня это пугает. Ну, а теперь слово Артему Панфилову. Артем. Всем спасибо большое за такую возможность, за такой прекрасный чемпионат. Я очень рад, что все-таки чемпионаты проводятся, поэтому людям, даже молодым людям, девушкам моего возраста, возможность проявить себя как людей, которые любят читать, и делать это вслух, читать выразительно. Спасибо большое жюри, спасибо вам, Михаил, надеюсь, за то, что вы придумали это все. Спасибо всем остальным участникам, все хорошо читали, все очень были достойны. Вот. Ну вот, как-то так вот звезды совпали. Всем спасибо, приятно было с вами соревноваться. Спасибо, спасибо, Артем. Все получат призы, все участники финала получат призы от компании MyShop. Чемпиону достанется огромный приз от Самоката. И, собственно, на этом со всеми прощаюсь. Всем огромное спасибо. Спасибо жюри, спасибо участникам, спасибо всем. Спасибо Российской детской библиотеке, спасибо мне. А у нас через 10 минут уже начнется взрослый «Открой рот» в городе Губкинский. Поэтому я сейчас вас всех выгоняю из этой конференции, а сам в ней остаюсь встречать взрослых людей с Ямала. Вы не представляете, как это далеко. Спасибо. Да, всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.